Будет происходить кое-что непонятно. Потому что я с вами для себя открывал такую непонятную мужку, потому что время фронт миссу с вами достаточно один. На самом деле, я скажу так, в эту игру заиграл, где, если не ошибаюсь, по-моему, где-то в 2000 какого-то там, в 6-м, 7-м, по-моему, если не ошибаюсь, в целом, я просто буду пробовать, потому что я, честно, за не понимаю, что это такое и как это играет. Давайте стартанем, посмотрим идею. Это что-то типа похожего на Доту, похоже еще на что-то, что-то типа войны между друг другом. Вот это, кстати, помню. Здесь ролик. Вот распасывай. Это я помню. Я что-то помню, куда сбудется. Так, у нас будет, похоже, битва... роботов. Не может хрен с этим звуком, потому что я же сам не понимаю, честно. Что вдруг же стало, но пришел сейчас сам или 41. Я решил снять там главное на 10-15 минут. И потом мне лишь спать все. Но уже стреляю. Я не знаю, когда я буду джойстик покупать. Это серия сразу будет завтра, поэтому я думаю так. Потому что в ближайшее время меня не будет в интернете, потому что я завтра поеду в банк, надо будет переделать карточки, потому что у них срок годности уже все. Деньги на телефон я положить никак не могу. Потому что что-то сломало меня, то все сломано, ничего не понятно. Так, улетели самолеты, так уж какая-то война какая-то сейчас произошла, непонятно. Так, окей, давай начнем. Тут типа война подземная, земля. Так, покинала. Я не понимаю, почему это все.
я в 2006 году играл в это. В 2006-2007. Я уже не помню, что тут, но я помню, что я там пытался между роботами воевать. Типа стреляем друг в друга, типа очередным. Просто по очереди. Я так и не понял, что это такое, как в это играть. Я, по-моему, играл в это, по-моему, раза 2-3. Вот так, безусловно, так скажем. Я вообще ее не понял, и такой, типа, ну хрен с ним, я больше не буду с ней возвращаться, все. Игра реально очень сложная. Ничего не понятно. Субтитры сделал DimaTorzok.
Короче, я не знаю. Попробую ее пройти, но по сути я слышал о том, что кто-то ее проходил. Я смотрю, где она идет. Короче, я думаю. Чтобы не пропустить следующий сериал. А если вы хотите побольше